День міста у Вінниці святкуватимуть в стилі ретро, а саме 20-го сторіччя. Однією з ознак того періоду був бальний танець «Фокстрот». 8 вересня в парку Горького вінничани зможуть подивитись, на як його танцюють професіонали, майстер-клас проведе Влад Яма. Подробиці в матеріалі Марії Супрун. Ми знаходимося в центральному парку Горького на Фонтанній площі. В суботу, в День міста, тут відбуватимуться майстер-класи з фокстроту та інших бальних танців. Сьогодні танцюристи репетирують, ну а вже в суботу вони тут танцюватимуть разом з Владом Ямою. Суббота, 8 сентября с 14:30 до 6 часов вечера мы будем показывать, учить, рассказывать все о бальных танцах, а конкретно про медленный вальс, квикстеп и чарльстон. Ну, естественно, изюминка этого всего действия будет танец фокстрот. Что вы стали в позиции? Позиция фокстрот. Починаются базовые шаги. Это шаг с левой ноги на каблук, потом идет. Носок. Это, наверное, мой самый любимый танец из европейской программы. Он очень мягкий, плавный, текущий, тягучий. Ну, это нужно смотреть. Вот это трогай. Это... Просто позиция. Раскрытие девушки. В этот день фокстроту 100 лет. Он был рожден в 20-х числах прошлого века. Его придумал Гарри Фокс, потому что многие думают, что фокстрот от слова «фокс-лиса» крадящаяся походка, то есть нет, Гарри Фокс его придумал, но мы не будем открывать все карты, а все уже покажем и расскажем непосредственно 8 сентября. Пожалуйста, приходите, будет очень интересно. Мы ждем вас. Мы ждем вас.